Всем привет! Сегодня мы играем в GTA DayZ. Серф прикольный, машин много, всего дофига. Вот, да. Мы сейчас едем. Так, куда? Типа, нам сейчас надо съездить на... в аэропорт ЛС. Самолет возьмем, да? Ну, а нам нужно. Вот, слышишь, давай в этот Диснейленд заедем. А что там? Вовнутрь. Там просто, может, машины стоят. Не, не сюда. Именно там, где замок этот, спираль закручивается. Это сюда, налево, а там, да? Сейчас, да, чуть-чуть дальше. Теперь надо его... И прям по ноги. Во. Заедем тут. Я, кстати, бегал, когда был кепкой. Да ты опасный. Ус! Нет. Что-то я там засек. Понятно, тут выход. Ну, объехали называется. Я думаю, ничего нету там. Ага. Ладно, давай сейчас поедем. Слева была машина, справа или нет? Нет, машина справа нет. Ладно, давай сейчас туда поедем в аэропорт, сейчас у нас. Нашего сэфи я был, и здесь я тоже был в аэропорту. Ничего хорошего не нашел. И, кстати, чем прикольный сервер, тут нету баз. И, по крайней мере, мы их еще не заметили за два дня игры. Это только одно радует. Ну, что, туда поедем? Давай, давай, давай. Ладно, это кепка, посрать, посрать. Нифига себе, кепка с винтовкой бегает. Да? Да. Значит, он вот. Потому что думал, вот рядом он просто спаун, и он в одежде кепки. Я хочу быть в одежде Санты. Админ, выживший, палатка. Блин, Санты нет. И Санты хоть? О, господи. А что ты так слышишь? Да возьми оружку в руки. Ой, надо торговать. Тогда тормозни. Так, отцепиться. Прицепиться. Ой, не прицепился. Прицепись. А я прицепился? Нет. Ты не прицепился. О, поехали. Надо было на капот тебе сесть. Тогда... Я сейчас, секунду. На капот сесть. Ишь, какой хитрый. Перезарядиться. Опа, опа, лаги, лаги, полнейшие. Куда смотреть? Отошел. Может, я в капот выстрелить, чтобы ты поехала? Ну ты даешь. Ничего не было здесь, никого. Ты ехал, ты все видел, что ты. Да нет, я там. Мне и так все обсираются. Так, я думаю, сейчас нам. Блин, а только с какого фильма это чудище заморское? А что, другого нету, что ли? Да Санта где-то делся. У меня не было, по-моему, да. Нет. У тебя этот мотор, там топливный бак есть, колеса? Так. Есть такое? Репечат, понятно. Есть? Сейчас, погодь. Мотор, колесо 4, топливный бак. Все, тогда сейчас я выложу в машину. Начнется. Полная канистра, один штук. Один. Не, лучше ламба. Вот ламба. А там просто два мотора, два бензобака. Лучше ламбы, ни хрена нет. Да ну что, мне на самолет. Нет, капец. Нет,
Ты что, хотел тут кукурузник взять? Я точно не могу. А, нашлась. Ну ты водила. Чего не могу вылезти? Школьник, школьник. Она вылазит, да, перед. Я тебе съем, школота. А что ты жуешь, по-моему? Сосранец. Не подходи, подожди. Мотор один, баку номер один и два колеса, потому что я на всякий случай взял, а у меня... Школьник всё спиздил с геника. Я в мусор ушёл. А ну, от первого лица давай, детство. Как ты лагаешь? Чё ладно, да. Я чё не могу сесть? Ты лагаешь конкретно. Да? Ну тебя только что-то конъебило. Ну, всё будет нормально, я надеюсь. А если тебе в ухо? Поехали, садись. Школьника нельзя обижать. Я не могу сесть. Ну ты это, что ты делаешь, что ты опыт? Понятно. Да я сесть. Это сервак, что-то серваком, да. Где замес? Да ё-ма, отъедь от этой стенки, а. Блядь, тебя даже за руля не видно. Нетворк. Давай. Так, давай, выходи. Сука. Ну хоть надо этим поугарать. Давай. Много ребят, конечно, лаганутый сервер. Хе-хе, нормально. Оба-на. Тихо, тихо, тихо. Эй. Немного лагануло, немного. А ну, и если я тебя вытащу? Сейчас я закрою везде двери. Стой, а меня же сейчас откинет, и я перевернусь. Да ты не перевернешь вниз. Я чуть дальше отъеду. О, давай, давай, давай. Сейчас. Иди сюда, мелкий. Мелкий, да. Садница. Ни хрена. Не, я только выше подпрыгнул. Да. У тебя лучше получается. Ладно. Потому что я школьник. Да то понятно. И в жизни, и наяву. Только как-то в жизни ты чуть повыше. Школьник. Повыше? О, да. Давай вот сюда зайдем. Вот сюда. Да, да, да. Прям быстро читаешь. Что, прям ни одного спорткара, да вы гоните? Вчера их море было. Чего ты пропадаешь? Я не пропадаю. Я на месте. Ты, малёха, пропадаешь. Мих. А. Все нормально. Ты, шо, ты шо, звуки, мразь, отключил? Ты пропадал. Ты звуки отключил, гад? Нет, ты пропадал. Слышишь, я тут стреляю по тебе, а тебе пофиг. Ты что, стреляешь? Ну, вообще да. Надо было звуки врубить хотя бы. А ну, подожди. Да нет, я слышу. Я по тебе палил. А? Ну, я рядом с тобой там палил, сидел. Чё, не сираешь? Все, гелика нет. Где гелик? Нет, не гелика. Возвращай, еле. Раза. Играем в прятки. Меня не видно. Эй, Алекс. Ты колесо продаешь. Сука. Я, тихо, тихо, тихо. В нем жизни не осталось. Вот я и нашел гелик. Я в прятки играл, а ты тут. Сразу решил найти. Не, ну так нечестно, это читер играет. А я еще колеса пробил ему? Да. С первого сразу. Ты хотя бы на починку его поставил? Да. Ясно. Я ехать нихера не могу. На 16 литров, если что. Нам бы на заправочку. Да ладно, сейчас заправим. Отойди. А? Оп. Все, заправили. Поехали. Нет, а только давай. Не это. Стой, стой, оба-на. Все, поехали. Чё-то как-то ты неправильно прицепился, ну ладно. Это норма. Только чуть-чуть так непривычно по воздуху летать. О, сейчас в ПД заедем. Точно. Поехали в этот Вайнвуд.
Там должно хоть что-то быть. Винни-Вуд. А, Винни-Вуд. Вот. Винни-Вуд. Только сказали, что нет баз, и сразу начали их находить. Закон подлости. Во-во. Блин, где полицейский участок, крыс? Не, вот делали базы где-нибудь реально там в гараж ее засунули, чтобы ее не видели обычные игроки. Да. Было под... А вот эти все... На крыше. Это они уже задолбали. Во-во. Это при... Это те, что это полицейский участок. А, все. Баунтики, баунтики, дай, дай, дай. Я думал, ты в те двери решил заехать. О, выбросили что-то. Что-то выбросили. Где? Где? О, я прям рядом с нами. Да, поехали туда быстрее. Я не хочу. Да не ссы, на капоте. Как раз... Как ты... раз я и должен ссать. Ты еще снимаешь, да? Да, я как раз и должен ссать. Меня же там будут снимать. Отлично. Тебя фиг снимут. Сейчас только... покажем всем, что загруз кинули. Мы все равно рядом, какая разница. Ну конечно, тебя не снимут, тебя не видно. Ты под рулем. Я же маленький, меня никто не обидит. Не, если с твоей двери стрелять, то тебя видно. Именно так, в черепушку. Это нужно кому-то на снайперке остаться, ну конечно. Во-во, ты и останешься. А то из меня такой снайпер. Ой. Ё-моё. Это что было? По-моему, тебе плохо. Что? Тебе плохо было. А где был кружочек, я забыл. Там он дальше, дальше, дальше. На маяке. Так куда ты? На маяке или на... На маяке. А, вот я думал, просто на чёртовом. Я же на чёртовом хотел ехать. Готовься, если... Или на чёртовом. Я не помню. Ничего. Будем избивать их. Идем. Значит, поехали на чертовы. А? На чертовы, значит, поехали. А в принципе, нафига нам эта вся байда? Кто-то очень рядом, близко. И лаги полный сюда. Что? Лагает. Лагает? У меня 15 FPS там и 13 на видеозапись. Ой, пацан, тогда надо что-то делать. Уже 9. Народу это... сейчас будет столько, так что я не смогу даже и... У меня сейчас лагает, не по-детски. Я это заметил, ты меня только что подкинул. Шо это? Так, мы возле сумочек. Мины 2 штуки. Забирай все мины нафиг. Ой, я тебе мину под сумку поставить, слышишь? Что? Мину под сумку. Это ты стреляешь? Да я, что ты слышишь? Так мне не бывает, крыса. Что тут есть? Парашют бери. Вот тут парашют возьми быстрее. Нафига, да и тут есть 3 штуки. А нафига? Так как раз, на всякий случай, если вдруг могу улететь. Я боюсь уже твоего вдруг лететь. Ты мины взял? Какие мины? Тут ничего такого нет. Так, пацан, откладывай мину, сейчас ставим. Если что, сразу убегай. Убегай лучше. Я уже убежал. Все, убегаем. Я поставил мину. А ее видно, не видно? Ее не видно, она такая маленькая-маленькая точечка. Давай проверим, встанет, прыгнешь на нее. А, спасибо. Походим дальше. Сказал, у тебя зачем, я не могу выехать. Где ты? Ну ладно, я тут. Головой не ударься, слышь, сказал бы сразу. Осторожно, отбойник. Опять проседает. Давай направо. В Вайнвуд поехали. Чё ты меня тут катаешь, я тут всё видел. Поехали. Хочу собственную машину, тут какой-то лагающий. А что есть в Вайнвуде? Еда. Машина, я думаю. А? Машина должна быть. Ну, понятно, окей. До 20. За рулем, стреляй! А, нет, все, чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо.
мне показалось. Что ж ты творишь, а? Она ездит. Миха. А. Ты тут? Она, если что, ездит, можем взять. Кто хотел взять, он ее не возьмет. Мотор, минус мотор. Давай, давай. Так. Сейчас сюда выложим мину. Или мину под машину поставить лучше, возле машины. Давай, ставь. Спереди машины сразу. Да-да-да. Главное, чтобы она сейчас не скатилась. А! Это мина, это как вот моя так... колонка. А? Это как моя колонка. Садись, только не выкидывай меня. Та тихо. Все, садись, садись. Я не буду садиться. Я хотел... Что с машиной? Она танцует. Джигу-джигу. Подожди. Едем. Опашку взял. Сядь, мелочь. Мелкий зарыв. Давай мне вот там посмотрим, что есть. Ой, ты мне мешаешься. Ладно, чтобы я тебе хэдшот не прописал. А, ты еще и такой. Школьник. Следи по бокам. Что? По бокам следи. Там следи, слезь. Чего ты клыкаешь, сюда вперед ездишь? Я еду только вперед. Ой, извини. Ох, водила. Вперед сейчас сюда налево, на вечер. Тут должно стоять. Как ты ездишь? Ована. Могу вот бочку. Ты... Ой, я вижу, что ты не лагаешь. Сильно лагаю или что? Нет, я вижу, что ты не лагаешь. Нормально ездишь. А то, когда ты лагаешь, ты едешь, как, блин, 2 км в час. Просто мы выехали с того города, он лагал сильно. Да? Блин, жалко, что мы дождь спалили. А что ты еще сделал? Я думаю, он был все-таки не починен. Что-что? Я думаю, он был плохо починен. Если ты его так буквально с одной обоймы взял. Блин, он же, во-первых, тогда улетел, когда он подлетел где-то, ты его таранул, он подлетел, очень сильно улетел. Так он хорошо так слетел. Давай, наверное, в другой город. Я не помню, конечно, где остров, но где-то должен поблизости быть остров. Надо было на мост сюда направо сворачивать. А, мы еще не рядом. Мы можем на завод по рельсам поехать. Да нахера нам завод? Там а, ну, стоит. Я же говорю, на вот этот завод. Ну, точнее, на мостик. А там так, уже стоит. Вот главное, смотри вперед так, прицелься, чтобы не было мин. Справа что-то про вечер объедет. Объедем. А, сумка, давай на сумку. Провесь едь. Сейчас я слезу. Где ты ее засек? А. Вот и поехал. Сумку искать. Ух, ничего себе. Ого. Оп, поехали. Оба-на, поехали все сумки. Ладно, отставь их. Я смогу, вот главное, если меня с машины не выкинет, то сейчас ты как улетишь. Ты не должен. Где ты там? Ты что, в воде? Да. На эмочку беру патроны, но все, потому что мина одна лежит. Молоко 5 штук. Я тебе там вторую сумку подкину. Пицца нужна. О. Ты знал, что мы беспалевно стоим? В смысле?
Нормально так машина стоит посреди зеленой пустыни. Тут мины 4 штуки, офигеть, пацан. Найди полную канистру. Чем? Потому что у нас пустая. И канистра, и бак. Ты плывешь, я вижу. Я плыву. Давай, трос тебе кинуть. А? Тебе трос кинуть. Кого кинуть? Трос. Трос зачем? Так, что у меня? 41 патрон. А пойду я гелик помою. Да, конечно. Но они плавают. А давай устроим гонки на этих мешках. На них запрыгнем и будем отталкиваться. Да, да, да. Поехали. Ты отталкиваешь. Надо тебе видосы записывать, их сжимать и в YouTube выкидывать. Да, 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 конечно. Не, ну слышишь? У меня на таком серваке опускается FPS полностью. Давай едем. Ладно, это первое лицо вроде. Не спидометр не двигается. У меня машина, по-моему, сломалась. Что? У меня машина сломалась. Ни спидометр, ни GPS не работает. Налево, наверное, сейчас. Направо. Справа я был на заводе. И что там было? Чё так видно, едешь или еле? Меня кидает, я жрать хочу. Оказывается, так. Убит, убит. По нам что, палят? О, БМВС был убит, который зашел, помнишь? А, да? Да, на машине. Он же шлифнул. Он только что зашел, получается? Да, и сдох. А, ну значит он там уже лежит. Ну да. Он ждал, пока мы уедем. Так. Двоих уже успели прикончить. Вот это да. Я здесь ничего нет, я здесь все проверял. Все упал, поэтому давай выезжаем отсюда и едем в аэропорт. Я хочу ламбу взять. А? Где выезд? Они закупорили, замуровали тему. Гребаные мапперы. Смотри, сейчас будем взлетать. Взлет. Что, куда ехать? Что? Я не знаю, куда ехать. В аэропорт, давай, прямой. Я... Ребенок на крыше, спасайте. Направо, налево, налево. Я понимаю. Я еще не доехал налево, а ты мне уже говоришь. В аэропорт, короче, давай. А теперь куда? Налево. Давай, наверное, в пирамиду. Будет у нас там нычка. О, там эта сумка лежит, валяется. А, да пофиг на нее. Не везде валяется. Самое лоханутое, это когда он автоматически выкинет. Да? Когда админ прибегает и все делает, то тогда нормально. Я давай, я лучше сниму тебя, нет, рюкзака просто. Да все и... Вот, да. Заправь. Так я и хотел с него слить. Да сливай. Так, топливный бак, если что, есть, мотор и колеса четыре есть. Да, если что. Ага, я не сомневаюсь. Машину. Я не солью. Почему? В нем 18, а не 20. Блин, ну я, короче, залил топливный бак, ой. Моё. Давай туда, в люк садись. Подожди, 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 подожди. О. О, нормально. Прикрепился? Да. А ручку взять? О, и меня не видно. А ручку возьми. Ой, я бинокль взял, подожди. А ну. Ты прикрепился? Да. Что-то тебя мотыляет. Подожди, вот, то теперь я прикреплю. Подожди. Забеги внутрь. Ну ладно, давай. Да. Поехали. Оп. Оп, и меня нет. Оп, я появился. Так. Вот это крутое место для патриота. Ой, прям на тебя смотрю. Снутри. А ну присядь. Ну, здоров. Ё-моё! Что такое? Я ж не видел, куда ехать. Я ж на тебя смотрел. Ой, я вижу все внутри, короче. Тихо, тихо, тихо.
не повредил патриотишку. Я случайно, я нажал от первого лица и ехал. Я думал, ты его повредил просто, да, машину. Да? Так, теперь надо ехать заправляться. И где заправка? Заправка. Где моя заправка, 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 заправка? Налево давай, налево, налево. А где лево? А, все, все вспомнил. Сейчас до конца и туда налево. Вот сейчас будет налево. А что ты там видел, стой? Где ты увидел? Что ты увидел, а что не знаю? А где ты видел? Кустик гребаный. Налево. Я смотрю, что-то такое блестящее стоит. И сейчас тоже налево. Снес. Ладно, я пока что сяду, на всякий случай. Ага, вот так вот, да? А ну попробуй сейчас в бок выстрелить. Сбоку, в смысле? Ну, в бок. Не могу. Нельзя? Ну, я же понял, я только так могу крутиться, именно сидя, если. А если там, где нет двери, багажника пальнуть? Багажник один? Да. Да, могу. Вон, так отстреливаться можно. Ёпски. Да! И сверху, и сбоку, слева не сниму, только сзади возможно. Сейчас до конца, короче. По этой дороге, короче, едем. И сейчас налево. Хорош. Припарковался. И по вот этой дороге. Давай, 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 давай. Направо. И вон заправка. Впереди. Я помню, как Ханя играл, знаешь, как двумя руками скрестил их играть себе. В смысле? Ну, он скрещивал руки, когда управлял машиной, и играл. Да? Да. Это как понимать? Это надо было видеть, ты шо? Заправить. Прикинь, я сейчас в АЗС выстрелил. О! Будет весело потом. Я, по-моему, все маты узнаю от тебя. Ага. Вот-вот. Сколько? 100 литров. Он же ж не так жрет, чтоб 100 литров не было. Все. Садись. Садись, дорогой, подвезу. Сейчас я на свое местечко. По-моему, кто-то едет. Начинает ФПС падать. Да. Садись. Забыл оружку взять, подожди. Подожди. Я не знал, что ты так выпадешь. Я сошел. Все понятно. Прикрепился. О, да. Я же думал, что это контузия. Я спрятался. В прятки играешь. Да. Блин, а что бы какую-нибудь такую машину найти? Давай, наверное... Кто на лодке вокруг аэро-СФ катается? В СФ, короче, поехали. Там... Охрененно. Я там, типа сейчас по автостраде на лево? Да. Смотри, минус один фонарный столбик, минус 1%. Проверим закон. На доме. Сейчас направо, ну... Короче, направо потом повернем. Там будет съезд плавный. Сейчас едет. Вот направо, направо, направо съезжает. Он едет только 130. Всего лишь, да, вообще понты. Давайте, я жду навстречу какую-нибудь махину. Специально навстречу выйдешь. Я уже умею таранить. Не, ну он тогда от гелика хорошо так улетел и застрял. Да, он тут сел, короче, начал выезжать и побух. О, нет, куда? А я хочу туда. Направо. Еще сильнее там. Да ты ж не выстрелишь все равно. Ты что, зараза? Давай мне в ногу, в глаз. Сомневаешься во мне? Ты друг мой, поэтому я не хочу пилять в тебя. Вот это лаги, вот вылагаюсь. Это лаги. Нам и вниз? Давай, 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 туда, туда, туда. Вон он, перевернулся. Полей.
Ты попасть не можешь. Оба на минус. Третий. Третий. Все. Вот, теперь бандит, слышишь? Что? Ты теперь бандит. Какой бандит? Что за бандит? Она дальше, сейчас рванет. Оп. Он перевернулся еще на шара. Так, что у него? 200. Вот я на этот на 107 возьму. О! Лабери, на. У тебя на сколько рюкзак? На 109. Вон на 120 и на пулемет лабери. Патрики. И там не знаю, что-то еще возьми. Выхлагает. Ну, поцик без тачки остался. Да он и с тачкой был без тачки. Поэтому я ненавижу эти долбаные ваши эти всякие говно вот это. Ваши пулеметы. Чем тем пулеметы не нравятся? Ты видел только что, сколько я в него патронов выпустил? Да ты с АК-шки стрелял. У меня уже 525 патронов. Нихера, у меня только 115. 100 и 115. Все, тема вообще нормально так разобрали. Поехали направо. Едем ехал, дальше. Ехал. Бац, уехал. Вот видишь, почему хорошо по встречке кататься? Нажми на тап и посмотри, какой у меня счет. Он же пацан не ожидал. Он тупо съехал с дороги, короче, нереально. И увидел нас. Не, он сначала увидел, а потом начал уже уходить от твоих отстрелов. Да-да-да. Ну туда, на дом едем? Не-не, там ничего нет, я там была уже. А вдруг там гелик? Там ничего нет. Какой гелик? Нахер он нам? Патриотник. Гелик. Тихо. Давай чуть вперед. Он отсюда так. Бежал. А? Так. О, АК. Неужели АК есть? И... У тебя же 240, да? Бери на 240. Опять? Да. А если я сейчас еще випку пропишу? О, еще один труп нашел. Еще бери 240 на патроны. На патроны. У меня уже 618. 618, ни хера себе. О, еще один труп. Да что их тут? Сейчас они, походу, придут себя лутать. Бери. И поехали. Я удивлюсь, если вот тот чувак их задавил. Еще один труп. Тоже типа как бы невзначай. Едем. Направо. А, не, давай по прямой. Может тебе проще спросить? Налево дорога, налево, налево. Патроны. На мост ехать, вон слева дорога. Направо. Я хотел на мост, ну тебе мост. Культурный, по мосту катайся. Погнали на пистолет. Я не слышу тебя, что? На пистолет. А не пистолет? Сверху, слева. А, ну поехали, давай. Я думаю, там может быть что-то будет. Ой, я знаю, где еще могут тачки стоять. А? Что творишь? Что ты творишь? Влево-вправо быстрее, влево-вправо. Хорош. Ты так больше не делай, а? Ничего. Хорошо. Ничего, мне понравилось. Тебе понравилось, а мне нет. Я бы не выпрыгнул оттуда. Я же все-таки прицепился. И какую-то хрень сижу. А теперь да. Резкий прыжок вниз, в воду. Ага. Да, ты вообще... Ох, сколько хп у патриота? 80. Фух. Ну что, покатались на крыше, что не понравилось? Меня немного подлагнуло что-то. Ну ты бандит. Шо? Ты бандит, на тебе написано. Чё я бандит? Двоих убил. Какой я бандит? Где написано? Вот.
у меня написано, что ты бандюга и что тут. Я бандюга, пацан, что мне делать, спасай. Людей я... подставляешь. А? Людей подставляешь. На гору вот тут едем, там машины ставить должны. Шо? Тут гора есть, на которую можно заехать, на которой может быть стоять машина. Ой, так, а сколько мне на АК-74 я у него нашел патроны? Это 151 патрон. Куда ты едешь? Сейчас погоди, месси. Куда ты едешь? Месси. Ответь мне на вопрос. Куда тебя прет? Да куда? Нет, блин. Там тут машины появятся. Я знаю, где есть еще машины. Мы вчера над ним пролетали. Додж. Давай, едь на пистолет. Там машина должна стоять еще. По правилам. Надо на их группу зайти и глянуть, где машины, блин, спахнет. Ну, не, они их не будут писать, ты что будешь. Там карта должна быть. Мотор на разрыв, но мы едем. Что? Мотор рвет. Рвет. Моторчик дрын-дрын-дрын, моторчик дрын-дрын-дрын. Сейчас, если что, нагрело. Тут, короче, сюда этот юрец включал чит спидхак. Понял? Это что? На скорость. В смысле скорость? Ну. Ну и он тут так гонял без всяких настроек. Пешкаря. Всю карту бегал. Всю карту пешкаря бегал. Нихрена себе. Да что ты за водитель-то? Нормальный я водитель, мне столбы просто не нравятся. Вот это дороги до конца едет. Тут должна быть сейчас ловиться выше. Смотри, такой оп. Оп, и нихера. Припарковался. Дальше давай. И направо потом. А я думал налево. У нас палатка с машин. Чё ты сжал уже? Они мне и все не нравятся. Девать каждый столб. Вот сумочка. Давай на сумочку хотя бы остановимся. Подожди. Оп, спасибо. Ты что, вылез? А сумка где? Вот. Я тебе специально там подспёр, чтобы ты не вылез. Ничего нет. И здесь тоже ничего нет. Позабираю все, гады. Поехали. Кто апнул? Кто так айкает? Ты, по-моему. Или ты мне давай на ногу наступил? Давай, наверное, сейчас. Так, направо сейчас. Поубирать нафиг половину значков. Я сяду лучше. Посижу. Едем. Да я пил. И налево. Опять на встречку. Да, да, да. Нас все так и любят. Сейчас опять кто-нибудь. Ага, Оленька, привет. Мы вылез у аэропорта сбоку у воды. Я в СФ, мне лень. Спалили все координаты. Давайте встретите кого-то. Дайте я кого-то встречу, я его убью. Я хотел, чтобы ты столб встретил. Давай налево, да-да-да. И поехали в авиану сейчас. Там где-то кататься, короче. Блин, что, ни одного вертолета нет, или что? Реально, они уже меня тут реально бесят. Поехали. Куда? Туда. А потом туда. А, ты сюда? Здесь, я помню, стоял болотик. Было дело. Прибрали. А? Прибрали. К рукам. Ты видал, как я на двух колесах? Так, оп. Видел. Еще раз так сделаю, что я заберу рожу тебя. Будешь без руля, только с педалями едешь. А тогда мы точно куда-нибудь уедем.
Я так думаю, в воду. Я так думаю, в кого-нибудь другого. Давай, левее, левее, налево, налево, налево. Вот только врежься, я тебе сказал. Да ладно. Я предупредил. Что ты знаешь? Ни хрена, да. Я помню, как я за этими домами палатку ныкал, и никто не находил. Да, я помню тоже. Но потом меня раскусили, и на всех северах мне там раскусывали. Народу было впадло просто дальше бежать. Так, кто айкнул? Глянь на свое здоровье. Налево. Что? На свое здоровье. Глянь, чтобы все было в порядке. 10 тысяч. Нормально. Так, пока ничего интересного. Я школьник, я не могу допрыгнуть до стены. А не, я допрыгнул, я ж шоколадрон. Я хотя бы приныкаюсь, а то так и стою. Вот так. Стой, тихо, стой там, не уезжай. А то еще собьют нас. Давай, ты стянь, ты ниже. Я резко захотел ссать, потому что лаги пошли. Какого я не могу засесть? У меня 7 FPS, 5. Я ехать не могу. Поехали, 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 быстрее. Я не могу ехать. Чего? Садись, едь. Все, меня убили. Все, жопа нам. А что ты ехать не мог? Не знаю, я давлю на газ, я не могу ехать. Садись в машину и уезжай туда быстрее, быстро. Не могу, завалили. А почему? У меня 5 FPS было, я давил на газ и вообще ни хрена. Ты хоть уехал? Нет. А где ты, там уже еще? Уже убили. Ладно, значит, на другой тогда я там нашел сервер.